Она показывает возможности и слона, и ладьи. Давайте проверим. Слон на e4, черную пешку на e5. Чтобы вы не попались, у вас лишнее качество. Вот такое. Так это выиграно. Нет, к сожалению. Она ничейная. А чей ход? Вот так? Давай сменим вот так. Давай такую. Короче, четыре. Давай такую. Давай такую. Давай такую. Такую. Какую угодно. Ставь, давай, показывай. И все ничейные, да? Все, то есть 16 ничейных позиций. Да. Когда конь привязывается с двух сторон, короче, это получается уже не 16. А уже 28, как минимум, позиции, когда конь привязался к пешке. Нет, он должен напасть на пешку. И ничего не выиграть, да? Надо знать такое. Надо знать прием привязывания. Надо точно знать, что такую позицию уже никак не выиграть. Это важнее, чем твои гамбиты, поверь. Потому что такого рода у тебя может встретиться в любой момент позиции. И ты не сможешь выиграть. Несмотря на то, что у тебя лишний гамбит. Как же так? Ты должен не попасться в такой. Или если у тебя не будет качества, ты... 8 белых слонов тебе дадут. А 8 ферзей выиграешь, а? Один выиграет. Мы говорим про слово крепость. Я сюда походу. Крепостей существует очень много. Все их знают. Вы не можете, но вы должны быть аккуратны. Я походу так. Пак? Ничего? Мы пробовали, да? Атаковать с тыла, сзади, то есть атаковать спереди, атаковать сбоку. Что еще умеет делать? Еще одно. Привести ферзя. Привести пешку. Какая цель шаха? Выиграть. С помощью чего проще всего выиграть? С помощью ферзя. Ну и с ладьи, и с... Макс всего выиграть. Ну ладно. Какой лучший ребенок? Почерка. Белые грозят просто пойти. Ладья один и мат. Защититесь. Почему мат не ходит? Потому что чтобы на взять, ну на взятие конем можно было пешкой его сбить. В смысле, чтобы конь не ел. Сейчас подумай, для чего белые ходят c3. Это профилактический ход. А, чтобы слон ушел на c2? Умничка, потому что черные какой сейчас хотят ход сделать? Вот сейчас они хотят какой ход? Конь. Вот после хода d6. Конь 5. Есть слона, правильно? Ход или бак. И третье, что у нас было написано? Прятать короля в безопасное место. Всегда. Фигурками пропал. Может, конь. Нет, конь черным. Конь f6. Красоты у нас. Нет, там b3 сказал. Нет, слон на c4, извините. Слон на c4, давайте. Слон на c4. Слон на c4. Итак, первый ход белых. Ищем форсированный ход с угрозой. Есть у нас позиция? Ищем его. Нет. Самое главное, угроза всегда, это угроза мат. Есть нападение на мат? Делаем ее. Хорошая 6. Единственная защита черных. Слон d3. Нет, слон d3 шах. Слон d3. Куда ставишь это? Это шах. Король h6. Что грозит? Смотрим. Есть угроза? Ищи. Она есть. Ладья g7 угроза. Нет, угроза есть. Угроза должна быть. Тут нет. Давайте будем верить, что угроза есть. Король f8. Белый входит f7. Черного слона и единственный ход на доске. Я именно по этому позицию изменил. Единственный.
называются? Слон c2. Почему слон c2? Оставим его до тренинга. Смотрим позиции, что грозит в этой позиции. Ищем. Грозит? Нет. Грозит на король f6, слон g6. Король на f6. Еще раз, в этой позиции ты не услышал. Белые пошли. Король g6. Белый ход. Король g6. Король g6. Слон c2. У нас вот такая была позиция. Вот тут стоит слон d3, король h6, король f8, f7. Я тебя спрашиваю, что грозит сейчас за белок? Пойди. Где ладья лучше всегда поддерживает пешку? Откуда? Вы должны знать правила. Как она хочет пойти? Чтобы поддерживать пешку в сердце. Ладья. И с темпом переброски, да? Что будет на слон c4? Еще ход. Секундочку. Стой! Ты можешь улучшить позицию короля? Рыжий 6, слон это 7, король 6 выйдет. Правильно? А позицию дали. Правильно? Ставим позицию обратно. Черная будет в этой позиции. Слон c2. Я вам сказал. На ладья А2 будет вилка. Слон b3. Видишь? Белые ходят. B7. Делаем ладья на 7 стоит. Да, такая стоит позиция, вот такая. Ты не слушаешь у нас. Белые ходят ладья B7. Как черный защищается? Опять нужно найти единственную клеточку для слона. Чтобы ладья, когда перебрасывалась, попала под удар. Но. Слон d1. Слон d1, король g6. Слон d3. Слон d3, делаем ход. Теперь на ладья будет опять вилка, слон c4, да, на ладья будет? Ладья c7, танец продолжается. Следующий ход черных. Догадываемся, следующий ход. Слон e4. Слон e4, танцы продолжаются, ладья d7. И теперь находим за белых красивейший ход. Слон Е6. За белых находим красивейший ход. Ладья Д8. Ладья 8 ты пешку отдал. Еще ладья Д5. Ладья Д5, слон Е6. Король Х7. Король Х7, подмой слона. Давай, давай, давай. А, король Ж5. Нет. Ладья А7. У тебя ладья висит, ты забыл? Ладья А7, мы помним, черный пойдет слон c2, танцы продолжатся, еще ищем поле на седьмом. На какой клеточке ладья не побывал еще? На седьмом придет? Ладья А7. Делай ход, смотрим. Как на вечер. Как это все. Шахматы не шашки, бить не обязательно. Ищем ход за черный, за другой. В каком поле доски слон еще не побывал? Вспоминаем! Слон g6. Король g6 и король g7 зажигал. b1. Теперь мы знаем, что на ладья b7, смотри, поле соответствия называется на d3. На ладья c7 поле соответствия слон... Куда? d3. Нет, на ладья c7 слон e4. На ладья d7 слон f5. Да? Нет. Ладья Е1. Ладья Е1 проверяем, какая чего? Ладья Е1. Король Ф7. Слона, куда стоит? Вспоминаем, когда мало фигур на доске, какой способ остается единственным сделать ничью? Попасть. Ищем ход. Слоном ищем ход. Слон висит. Как мы слона можем поддать? Ну, по черному. Слон g6. Правильно. Круто. Крутая позиция. То есть одно маленькое изменение. Вот нет, ладья e1 выходили. Слон b1 ходили черные. Нет, на ладья e7 черных был единственный ход. Слон b1. Вот сейчас слон b1.
На ладья Е1, слон Ж6. Вот посмотрите, как белые танцевали ладьей, как черные танцевали своим слоном. Правильно? Единственный ход. Итак, при короле на G5, когда слон контролирует, ничейная, да? Вот она. Ничейная. Вот эта позиция. Да? Но король должен быть обязательно на F8. Если он чуть-чуть. Еще одно привязывание. Смотрим. А с другой стороны получится привязывание. Переставляем короля на G7. Слона на H5. Отвечаем. Правильно. Получится сделать ничего черного? Да. И не переставим. Какой вопрос мы всегда задаем себе? Что хочет соперник? Как черные сейчас могут пойти? Их много ходов? Нет. Как они пойдут? Слон G4. Слон G4, король пошел на E7, пешка стала ферзем. Итак, оценка позиции. Сообщите мне, пожалуйста. Выигрывает белый или нет? Слона опять очень маленькая диагональ. Опять она очень маленькая. Да? На ход слон G6, слон приближается к королю. И белые могут какое решительное действие совершить? Мы уже много раз делали, но шаг и на король F8, как белые выиграют. Ну, король F6. Запомни. Вот черный слон G6. F8, король F8, король F6. Выиграли? А если мы чуть-чуть сместим позицию в бок, тогда у слона будет какой длинный диагональ? Сколько на ней полей? 5. Как 5? Эта позиция? Как она оценивается? Отлично. Слон будет по каким ходам ходить? Назови. H4 и G5, правильно? На F6 он не будет вставать, чтобы его сидел. Правильно? Угу. Вот обратите внимание, это очередное привязывание. Нету выигрыша, несмотря на качество и лишнюю пешку. Очень легко попасть в такую позицию. Последнее. Если ваш сын ходит одной фигурой много раз, он делает это неправильно. Чтобы он вам об этом не говорил. Все фигуры должны быть выведены, да? Итак, третье. Прячем короля. Так мы зачем делаем ход на c3, кроме того, что мы открыли? Мы подготавливаем захват центра пешки d4. Согласны? Не получается продвинуть пешку так, чтобы ее не потерять. Правда? Теперь давай проверим твой первый ход на F7. Король G5. Пешка хочет двинуться. Мешаем. Король F5. Пешка хочет двинуться. Мешаем. И у белых есть ход. Есть. Напал на ладью. Пешка продвинулась. Не получилось. Итак, чтобы запомнить, давай, выходи к доске. Выходи к доске. Клади свою ручку, растопырь ее вот так. Растопырил ладошку. Растопырь, смотри. Нежно возьми королем. Ладошка. 100%. Ладошка, я вас свою кладу. Тоже ладошка. Больше не включайте. Меньше не годится.